Добрый день! Представляем вашему вниманию лот ВИН Зимний. Подробности в ссылке под описанием. Начнем с шейного платка, шарфа, тоненький хлопок. Вот. Здесь у нас XL размер, рубашка, куртка, вот. Плюшевая внутри, тепленькая. Дальше евро 46 размер, жакет без застежек, без подплечников. Здесь фланелевая рубашка, очень такая теплая, плотненькая рубашка. И размерчик не найду, но это, наверное, 2XL. Вот так. Очень теплая. Хелена Вера. Это у нас брючки стрейч материал. И размер где-то 48 примерно. На 110 толстовка флисовая. С капюшоном. Здесь шейн брюки в рубчик, размер S, расклешенные к низу. Толстовка с начесом, размер L, с капюшоном. Здесь у нас шарф тоже на шею, очень красивый, с люрексом, тоненький. Юбка. Юбочка у нас размер, но это М-ка. Вот. Здесь не разрезы, просто как скрытые складочки. C&A XL размерчик. Здесь как танковка с воротничком. Здесь у нас 46 размер джинсы, тонкий джинс, SM размерчик, топ, замк, под замшу и внутри, и снаружи, длинный рукава, сам топ укороченный, и сверху у нас сеточка, вот. Очень такой интересный. Евро 44 размер. Это у нас Джон Барен. Джинсовая рубашка. Плотненькая. ТСМ. 46 размер. Танковка. Здесь джемпер, рукав до локтя примерно. Патрисия Дини. Евро 42 размерчик, плотный, такой трикотажный. Emporio Fashion, размер M, Emporio Armani, куртка под замшу. Прекрасная курточка, шикарная. Вот. XS размер, это H&M, у нас свитшот укороченный, на 128 джемпер на пуговицах, ткань такая, травка. Bonprix жакет, и это размер у нас, ну, XL, наверное, обрезано, к сожалению, размер, ну, скорее всего, XL, трикотажный. С подкладом и с подплечниками. Спортивный такой стиль. Здесь у нас Хаммель. Элька. Толстовочка спортивная. Тоненькая достаточно. XL размер. Марк и Спенсер.
джемпер, рукав до локтя. Здесь гольфы 35-38 размерчик. Вот такие, очень теплые, шерстяные практически гольфы. Блузка Only размер L. Здесь у нас спереди шифон на запах и рукавая спинка трикотаж. 34 размер тонковка. Это у нас не написано кто. Хлопок. Здесь платье как майка. Вот. Трикотажное платье. И размер это у нас SM. 40-й размер. Альба Мода. Это тоже платье трикотажное. Длинный рукав. А само платьишко такое довольно-таки короткое. Джемпер Джина Бинотти. M размерчик. Внизу резинка с люрексом. Очень красивый. Street One. Болеро евро 42 размер, тоненькая. Only размер L, кардиган. 170-176, марка Polo, танковка. Джинсовые шорты C&A на 140, это юбка, простите, юбочка, на 140 сантиметров. Джинсы Zara евро 38 размерчик, необработанный низ, узкие. Джина Бинотти Элька, рубашка, хлопок здесь. Эмка у нас танковка. Здесь водолазка тепленькая Юникло М размер. Леггинсы размер XL. Вот. Здесь как спортивный трикотаж, а сбоку, посмотрите, гипюровые вставочки по всей, получается, почти по всей длине. Вот они так идут до низа. Очень красивые. XL размер. Толстовка такая интересная, с начесом. Она как флисовая тоже. Вот. Классная очень. А здесь дубленка Atlas for Women. Дубленочка. И размер это. Сейчас посмотрим размерчик. Если тут есть. 52-54 размер. Искусственная дубленочка на молнии, без капюшона, прямой крой. Дальше 134-140 танковка детская, даже как свитшот, я бы сказала. Окай или окей, 44 размер, юбка джинсовая. Здесь у нас Хелена Вера, размер SM, брючки на резинке. Здесь эска, джемпер, рукав 3/4, с пайетками и с бисером, очень красивая вышивка. Эсмара. Утепленные леггинсы евро М размерчик с начесом. Здесь Вайчибо евро 40-42 размер. Это тоже как, ну, танковка, я бы сказала, да, тоненькая она, двухцветная. Ремешок здесь попался еще. Текстильный такой. Это у нас, скорее всего, H&M, наверное.
А, да, вот же, это юбочка. H&M 98-104. Трикотажная юбочка, тепленькая. Так, здесь размер XL. Танковка. Внизу кружево. Здесь жакет, размерчик S с подплечниками. Также в этом лоте у нас попались плавки мужские. И размер это, ну вот, пятерка написано. Вот, это, наверное, ну, L, пятерка. Вот, они махровые, они тепленькие. Вот, разных расцветках. Сейчас посмотрим здесь. Ну да, тоже пятерка и тоже пятерка. Вот. Разные расцветочки. А здесь у нас размерчик евро 27. Брюки, джинсы. Adidas размер S, брюки спортивные, внутри сетка, рубашка хлопок размер L, тоненькая, шарф, прекрасный шарф, очень такой нежный материал, ну, хлопок здесь очень красивый и очень такой мягкий. Здесь 2XL рубашка. Прекрасный вязаный кардиган Zero 44 размера. Вот он весь такой воланчиками. Очень красивый. Красивая вязка и теплый. Брюки. Брюки у нас на размер L. Скорее всего. А, это у нас даже костюм. Вот, тройка. Жилет идет здесь. И пиджак. 52 размер. Кстати говоря, это все 52 размерчик. С подплечниками. А здесь джемпер. Ну или танковка. Что-то вот. Ну, джемпер, наверное, скорее всего. И размерчик M. Здесь тоже джемпер укороченный, размер XS. Клокхаус, юбка, размерчик, ну, SXS, наверное, очень короткая. Так, XL размер, это брючки у нас трикотажные, тонкие. Евро 38 размер джинсы, необработанный край с лампасами. Рубашка лен плюс хлопок, размер M. Здесь у нас 31 размер и 30 длина джинсы. Вот такие вот дырявые. Здесь XL, 2XL размерчик, как туника тепленькая. 56 размер джинсы, плотные очень, с подкладом, кстати говоря, на подкладе джинсики. Так, здесь на 122-128 леггинсы утеплением, плюшевые внутри. Street One евро 36 размер, это у нас как болеро, тоже кардиган коротенький только. Вот здесь джемпер на размер M яркий, амису M размер леггинсы.
Здесь свитшот эска, двунитка. Пиджак, это канда, и размер у нас не написан, к сожалению. Сейчас посмотрим размер. Это размер, наверное, XL. Он как вельветовый, знаете, такой, и с подплечником. Здесь эска размер джемпер. Очень приятный цвет, красивый. Арсей платье размер S, без рукавов, внизу плиссировка. Кардиган размер ML, очень плотный. Джинсы Ли, и размерчик у нас, так, 33 и 34 длина. Вот, они прямые и очень такие плотные, тяжелые джинсы. М размер танковка, рукав 3/4. Еще одни плавки мужские попались. Это у нас тоже, ну, элька. H&M евро 36 размер. Мамские джинсы плотные. Здесь 52 размер джинсы. Два XL, это у нас пальто, вот такое прекрасное пальто, очень классное, с подплечниками, стеганое внутри, то есть еще там небольшой слой синтепона присутствует. А здесь кардиганчик на пуговицах, размер L, очень так сильно тянется прям. Шикарно. Здесь брюки. Так. Вот так. Сейчас. Секундочку. Вот. Здесь брючки. Размер у нас. Сейчас посмотрим размер. Так. 46-й, что ли? Написано. Вот. Брючки. Здесь стретч материал, брючки, и размер это М, узкие брючки по фигуре. 46 размер жакет трикотажный с подплечниками и с подкладом. H&M джинсы на 170 на 14 лет, для мальчиков похоже. Здесь C&A, блузка гипюровая полностью, да? А нет, там еще внутри маечка, то есть вот, да, маечка прям приделана получается внутри. Это размер у нас SM. Здесь Champion на 102-107 на 3-4 года. Ростов. Свитшот. Здесь М-ка. Танковочка. Свободный крой. Флисовый жакет. Евро 40 размер. Очень такой теплый, классный. Прям жакет. Джек энд Джонс джинсы. И размерчик здесь у нас мужские, кстати, джинсы. Размер 31 и 34 длина. Вот так. Плотные. Здесь коллекшн евро 42 размер. Водолазка, тоненький хлопок. Next жакет евро 36 размер, классно очень, с подплечниками. Здесь элька, размерчик танковка, очень яркая.
замшевые брюки Жан Паскаль, М-ка, как леггинсы, на резиночке. Такие плотные достаточно. Танковочка размер М где-то. Джемпер на пуговицах размер S-ка. А это, наверное, Nike, да, М-ка, танковка. Так, здесь у нас танковка, глубокий вырез. И размер это М-ка, скорее. А H&M 2XL размер, толстовка с капюшоном, тоненькая, без утепления. А здесь водолазка. Евро 48-50 размер, спортивная, с карманами, и она утепленная внутри на, с начесом. H&M XS размер, джемпер на пуговичках. Здесь S-ка, тоже блузка, можно сказать. Здесь она трикотажная, а рукава гипюр и рукавчик фонариком. Здесь такой асимметричный крой горловинки, размер S, джемпер. Гэри Вебер, это у нас кардиган, и размер ML. 164 майка, хлопок. Похоже на шейный платок, как снуд. Вот, такой интересный. Очень классный. Так. Здесь танковка. Размерчик L. Лакост, крутой джемпер, очень классный, размер SM. Водолазка, атмосфер, и евро 42 размер, тоненькая, прям приятная такая к телу. Джерард Даррель, размер здесь M, SM, наверное, вот, в рубчик. Очень плотная ткань. Манго евро S размер, водолазка, тоже в рубчик, воротничок, стоечка, не сильно большой воротник. Only 32 размер, 32 длина, прошу прощения, размер, сейчас скажу, здесь у нас написано длина 32, ну это, наверное, 20, где-то 27-28 размер примерно. Опус 38 размер, евро, прекрасная плотная такая блузочка. Российский 54 размер, брюки, хлопок. Вера Мода Элька, рубашка джинсовая, тонкая. Здесь танковка S размер. Опус 38 размер, опять же, такая блузка, очень плотненькая. Арсей, воротничок тут интересно тоже сделан, и рукава. Это у нас такой джемпер, размер SM. Здесь джемпер L-ка, тяжелая какая-то нить, очень прям тяжеленький. Здесь рукав летучая мышь, и размер это XL. Верх в гипюре, остальное что-то с вискозой, такая
такая мягкая очень ткань. Да, вот 26 размер джинсы. Интересный, очень такой, расцветка интересная. Дальше у нас джемпер вверх гипюр. Вот так. И на рукавах тоже вставочки гипюровые есть. Это у нас размерчик М. Джули, размер SM. Тоже рукав немножко прям, ну, чуть-чуть летучая мышь. Вот такой джемпер. 3/4 рукавчик. Street One джинсы, 31 размер. Шикарные. Здесь LXL размер. Ну вот, больше все-таки на, я бы сказала, это SM размер. Это как свитшот. Only. И 30 размер. 32 длина. Здесь Bon Prix с платье. Евро 46 размерчик. Хлопок. Прямой крой. Прекрасный такой топ. Примарк. Это эска. Рукавчик немножко фонариком. Очень красивый вырез. И с рукавами, и короткий. Здесь Adidas. Свитшот. На где-то 146-152, наверное, примерно. Зара. Размер Евро С. Вот. Тоже прекрасная. Как джемпер. Не джемпер, даже я бы сказала, это блузка, наверное. Колено Вера. Размер 23. Ну вот, пока не открыто. 23 написано. Но это на размер вот ML. Брючки. Даже на L больше. Все-таки. Велюровая юбка. Монтего. Размер 36. С подкладом. Чудесный цвет. Том Тейлор брюки Евро 34 размерчик. Тепленькие. Эшли Адам. Или, а, нет. Извиняюсь, это Мишель Адам. Туника с рукавами. Тут, видите, какие шикарные стразы. Золотой рисунок, золотой краской. Она с капюшоном и вот удлиненная немножко. Здесь у нас джемпер. Размер 2-3XL даже, наверное. Очень мягкий. Канда XL размер. Это кардиган. Тоненький. Здесь платье вязаное. Ну, SXS, наверное, размер. Вот, оно полностью прозрачное. Крупная вязка. Очень красивый низ. Знаете, как... Прям вот какие-то как листочки, цветочки. Очень красиво прям низ оформлен. Здесь Элька. Это гэп. Кардиган тоже. Большой ворот. М-ка. Как танковка. Удлиненная чуть-чуть. Так, 46-48 размерчик Евро. Тоже как кардиган, я бы сказала, на молнии. Вот такой прозрачный. Размер S. Толстовка.
толстовка утепленная с начесом. Здесь тоже написано L-ка, ну, скорее всего, это SM размер. Болеро вязаное, очень красивое. Хелена Вера, размер здесь L. Трикотажные брюки плотные очень. Прекрасные украшения. Опус. Такая объемная очень водолазка, блузка. Вот так вот это делается. То есть вот это перед, тут еще кармашки. Она как накидка даже. Вот рукавчики. И размер это, ну, XL, наверное, 2XL. Ralph Lauren рубашка. Размер S. Очень классный материал. Хлопок. Шикарный просто. River Island. И размер Евро 34. Это тоже как жакет-кардиган. Довольно-таки плотненький. Gilbert. Пальто. Прекрасное тоже. Очень мягкое. На пуговицах скрытых. И размерчик сейчас я скажу. Сейчас посмотрим размерчик. Размер это 46 даже. Российский, написано 50. Вот. Прекрасное. Оно расклешенное, с подплечниками и высоким воротничком. Одна пуговичка только видна у нас сверху, и все. Очень мягкое пальто. Здесь Амису 36 евро размер. Брюки трикотажные, плотненькие, без начеса. На 170 сантиметров джинсы. Это Sion Day. Так. На резинке. Здесь S. Oliver джинсы. Так. 44 размер. Вот. Прямые мужские джинсы. И джинсы Only 30 размер и 32 длина. Тоненькие. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.